Окей. Всем привет! Приветствую вас, дорогие друзья. Петр, дорогой, тоже приветствую. Благодарю за это слово, за этот микрофон. Антон, welcome! Welcome, Вегизак! Добро пожаловать! Вот такие люди, вот такие слова вдохновляют с утра. Замечательно! Чувствуется энергия! Антон, прям вот приветствует, вот каждое слово, так было тебя радостно чувствовать, потому что это немножко пространство надо шевелить, разбавлять новой кровью, новыми идеями. Люди-то тут замечательные, ты понимаешь, просто замечательные. Просто они иногда попутали, они забыли, что они являются идеей Бога. Они забыли, что как раз-таки Вселенная, когда проявляла их здесь, на них была ответственность, какая-то великая идея. И суперджамп – это как раз та площадка, где эта идея должна проявиться, проявиться идея в вас. И задайте себе вопрос. Какой идеей Бога я являюсь? И проживите, прям знаете, возьмите начетки перед сном, какой идеей Бога я являюсь, и вы поймете, вы почувствуете, придет инсайт. Дело в том, что, друзья, знаете, откуда я беру энергию? Я вот сейчас поделюсь с вами, откуда у меня появляется энергия, желание, секрет, никому не говорите. Только для тех, кто в эфире. Говорю тихо, шепотом, чтобы никто не слышал. Секрет идеи – это здесь, в эфире. Надо выходить в эфир, надо попадать в рейтинги. Но вы же со мной согласитесь, где внимание, там энергия, правильно? И вот смотрите, 951 человек сейчас слушает меня и дает мне энергию. Мне хватит сейчас еще на 2 недели, чтобы до конца месяца еще увеличить количество приглашенных человек. И знайте, запишите себе это в красную тетрадь. Сцена Суперджамп – это источник энергии. Попадайте в рейтинги, берите промоушенги. Это настолько платформа, знаете, вот удивительно. Вообще компания, где у тебя вроде есть наставник, да, а с другой стороны, я поклонник Роберта Ра. Расул, дорогой, я тебя вижу, я из Лисаковска, и когда я тебя, да, и когда я вижу Расула, когда он что-то говорит, это поистине родное сердце, я поклонник Наташи Ветровой, мне очень нравится Егор Белозеров, дорогой мой, я тоже ушла в армию на целый год, я контрактница, и я сказала, никаких праздников, никаких, говорим только про суперджамп. И, ребята, дорогие мои, мальчики и девочки, обратите внимание, про что вы говорите целый день. Я разговариваю только про суперджамп, только про успех, только про ранги, только про миллионы. О чем вы говорите, то вы и имеете. И посмотрите, как сказал Антон, да, вот то, что стоит за вами, или то, кто за вами идет, это ваша душа. Совершенно верно, Антон, я точно так же думаю. Посмотрите на свою команду, посмотрите, это ваше лицо, это ваша душа. И если что-то не получается, дайте туда энергию, дайте ранги. Меня сейчас лично интересуют только ранги, только развитие, только суперджамп. И знаете, если вы для себя не поймете, что богатство равно это смелость, вы никогда не откроете рот. Быть богатым равно быть смелым. Становитесь смелыми, открывайте свои рты, рассказывайте так, как вы рассказываете. И еще один лайфхак. Без этого ваша жизнь никогда не засверкает, не засияет, не проявится. Вы должны говорить исключительно только то, что делаете сами. Если вы будете придумывать, если вы будете выдумывать, или если вы, не дай Бог, храни вас вообще Вселенная, Бог от того, что если вы захотите соответствовать,
человеку, с кем вы собрались разговаривать, это погибель, тут нет успеха. Говорите всегда именно то, что вы делаете, как вы живете. И на вас придут именно такие же, и с ними будет легко. Вы скажете только А, они продолжат Б. Вы только подумаете, а они уже скажут про то, что и я так думаю, и тогда вам будет легко. Дальше, если вы желаете здесь проявиться, а здесь, но я не знаю, я говорю, здесь, пожалуйста, наставники, открываю YouTube, я смотрю, еще раз говорю, то Расула посмотрю, то Егора посмотрю, то Диму Тишанского посмотрю. Если мне не хватает огня, думаю, так, надо Наташу Ветрову послушать, она зажигалочка. Вы представляете, даже если ваш наставник занят, у него 10 групп, открывайте интернет, набирайте суперджамп, пожалуйста. Владимир Довгань там за 12 лет смотреть, не пересмотреть, сколько информации. И вся эта информация вас мотивирует. И да, просто поймите, что желаете больше, делайте больше. Если вы сидите под лавкой, если вы боитесь рот открыть, поверьте, никто не придет, не вытащит вас оттуда и не уговорит вас стать богатыми. Стать богатыми – это решение, это принятое вами решение, что так, как я живу, так больше продолжаться не может. И до тех пор, пока вы не примете это решение, у вас вот это все и будет продолжаться. Даже если у вас сегодня 6-й ранг, посмотрите по сторонам, вас это устраивает? Нет. Дайте сигнал Вселенной, скажите ей: «Вселенная, вот так больше продолжаться не может, меня это не устраивает». И она как раз-таки о вас позаботится, потому что она помнит свою идею, что она вкладывала в вас. И, конечно же, ищите всегда среду обитания. Всегда, да, Расул, привет, дорогой, привет, земляк, привет, Кустаная, пламенный привет, я там училась в пединституте. И всегда ищите среду. Если вы видите то, что, о чем разговаривает человек, и он не прислушивается к вам, уходите. На Земле 8 миллиардов человек. Не держитесь за них. Пусть они вас ищут. Так как вы не сегодня, так завтра будете великими, будете известными. И, конечно же, залог успеха – это попадать на сцену суперджамп. Это попадать сюда, брать микрофон и говорить свои мысли, идеи и планы. И у меня уже 5 групп. Я еще 2 месяцев не нахожусь в суперджамп. Сегодня жду 4-й ранг. Всем своим объявила, что вот это, вы должны мне сделать 6-й ранг. И, конечно же, я иду на 16-й ранг, и в будущем моя задача – это лидерство. Уже, знаете, уже столько попробовала в жизни, да, что уже понимаешь, что если я сейчас этот шанс пропукаю, для меня это последний шанс. Просто, и я благодарна. Поставьте лайки, поставьте сердечки, покажите жизнь здесь, что вы живые. Где улыбки? А ну-ка, аплодисменты! Хочу вас увидеть. Молодцы, молодцы. Всех обнимаю. Встретимся на листах успеха. И имя Валиса, у меня планы, чтоб там никогда не сходило. Антон, еще пару слов. Петр, прости, пожалуйста. Оксана Королева, это моя девочка. Я смотрю, она первая, думаю, не поняла, как так она тут есть, а моего имени нет. Бегом, бегом, бегом собирать сердца, светить, приглашать сейчас. Смотрю, все, Оксана здесь, я здесь, хорошо, все в порядке. То есть цепочка не нарушена. И поэтому вперед, удачи вам всех, успехов, и увидимся в следующих эфирах. Мои планы здесь выступать и выступать и выступать в коде.